Уссурийской стоматологической поликлинике зубные техники ежедневно трудятся над созданием новых улыбок. Нонна Саяпина пришла в эту профессию давно. Рассказывает, что влюбилась в это дело сразу, а потому в трудовой книжке имеет только одну запись. Работа интересная, требует не только внимательности зубного техника, но и его творческого видения, делится специалист. Каждая работа, она индивидуальна. И к каждой работе надо подходить индивидуально, потому что все люди разные, все хотят разного. Кто-то... не знаю, побелее зубы, кто-то потемнее, кто-то со своей особенностью. Ну и одинаковых работ не бывает. Я делаю съемные протезы. Это моя, как говорится, клиентура, это пожилые люди. Это работа командная, то есть врача и зубного техника. Врач приходит, где-то говорит, что конкретно он хочет. Какие-то вдруг, знаете как, во рту видимость работы одна, а у нас, у техников, вот мы видим, скажем так, на моделях, но во рту это совершенно по-другому работа идет. И обычно всегда надо работать в команде, и доктор подсказывает нам, допустим, ну как правильно, где-то поправить, потому что он видит лучше, и, скажем так, и он работает конкретно с пациентом, и он знает и слышит пациента лучше, чем мы. Каждому клиенту специалисты стараются найти индивидуальный подход, чтобы добиться лучшего результата в создании протезов. Процесс этот трудоемкий и не быстрый. Изготовление съемных протезов, заготовки штампа для застания коронки и многое другое каждый день присутствуют в рабочем графике специалиста. Верными помощниками в этом деле, которые всегда находятся под рукой у зубного техника, огромное количество различных инструментов, которые используют для создания идеально подходящих определенному человеку зубов. Сейчас мне надо его сделать ровным, чтобы потом по этой заготовке делать коронку. То есть в данный момент это только заготовка. К слову, в зуботехнической лаборатории Брестской стоматологической поликлиники трудится 20 специалистов разного возраста. Кто-то пришел в профессию недавно, а кто-то уже второй десяток лет возвращает людям возможность к нормальной жизнедеятельности и дарит улыбки. Коллектив хороший, сплоченный такой. Все такие качественно работают, все люди. Большинство с высшей категории техники. Вот, выполняют работу достойно. Работа есть. С 8 до 5 работаем как положено. Никто не сочкует. Тут некогда. У нас, видите, мы от выработки. У нас, если кто-то где-то ушел, он работу не сделал. А не сделал работу, и больные тут же страдают. И врачи уже прием срывается. Поэтому у нас надо сидеть, все выполнять вовремя, как положено. В профессионализме этих людей сомневаться не приходится. Они знают и любят то, чем занимаются. А значит, широкие улыбки и 80 лет нам обеспечены. Ирина Кузьмич, Павел Малашонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Амбук ТВ.